Добрый день, дорогие зрители моего канала Марина Цветы. Я рада приветствовать вас на своем канале и хочу сегодня сделать анонс видео блога, который я предлагаю вашему вниманию на втором моем канале, который называется «Домашний очаг с Мариной». Дорогие мои друзья, второй канал у меня предназначен в основном для женщин. Помощь в самоорганизации, уборки в доме, хозяйство, быт, который нас окружает. И очень много бесед я веду с вами на тему народной медицины, тема органического ухода за собой. Мы говорим с вами и о биоритмах, и о сне, о бессоннице, о диетах, вообще о философии женщины. И по многочисленным просьбам, дорогие мои друзья, я открываю блог видео, который будет посвящен варикозному заболеванию. Основной канал «Марина Цветы» предназначен у меня для садоводов и огородников. Мы с вами стали виртуальными друзьями. И сейчас, в этот период, у нас на участке очень много работы. Я вела с вами беседы зимой о том, чтобы вы правильно организовывали свою работу на участке, прежде всего, исходя из состояния здоровья вас и вашей семьи. И вот тему, которую я сейчас начинаю, о варикозе, я знаю, для очень многих важна и тревожна, потому что, ну, в основном мы все женщины возраста плюс, как я говорю, и та нагрузка, которая сейчас на нас, огородников, садоводов, для женщин очень-очень большая. И состояние ваших ножек у многих вызывает тревоги. Дорогие мои друзья, я хочу прежде всего немножко рассказать вам о медицинском понимании этого заболевания. Варикоз – это у нас заболевание, которое вызывается клапанной недостаточностью вен. И за счет этого происходят патологические изменения оттока крови от нижних конечностей. Конечно, причин этого заболевания может быть очень много. Это все единая система нашего организма. Причин может быть очень много. И ваша работа, если вы много стоите на ногах, и женщина, которая беременная, и роды могли принести такие проблемы у вас. Могла гормональный фон измениться. Это тоже проблемы, которые вызывают варикозное расширение вен. Проблем очень-очень много. Мои видео будут предназначены для вас о народной медицине. Я практически буду вам рассказывать средства, которые нас окружают, действительно в помощь для нас. И обращаю ваше внимание, женщин, которые чувствуют тяжесть в ножках, отеки на ногах, судороги ночью. Если у вас покраснение или потемнение лодыжек, если у вас ножки, так называемые, накручиваются вены, вены искривляются, становится видно на ногах, образовываются узелки, это причина прежде всего обратиться к врачу. Обязательно не пропустите начало этого заболевания. На своем канале «Домашний очаг с Мариной» я для вас приготовила видео-тест. Он очень легкий, и сделав это упражнение, которое я советую, вы можете даже вот так визуально определить свое состояние ножек. У нас есть градация упражнений, которые мы делаем, и вы уже буквально с первых 20, 40 или 60 секунд вы уже поймете, в каком стадии у вас находятся ваши ножки и насколько серьезно вам надо отнестись уже к своему здоровью. Конечно, мы все должны следить с вами прежде всего за своим весом. Мы прежде всего должны с вами организовать режим труда и отдыха. На моем канале «Домашний очаг с Мариной» я веду с вами беседы и о бессонницах, и о биоритмах женщины. Конечно, мне очень хочется, чтобы мы с вами вели и правильный образ жизни. Я расскажу вам рецепты, которые вы можете использовать, овощи со своего огорода
и соки, которые могут помогать вам в укреплении ваших сосудов. И у нас есть такая проблема, что у нас есть внутренние вены и наружные вены. И вот эти два фактора мы тоже с вами будем рассматривать, потому что внутренние вены у нас находятся как бы в каркасе мышцы, и когда мы работаем или движемся, то мышцы сокращают, помогают вытолкнуть кровь с нижних конечностей к сердцу. А наружные вены, которые находятся под кожей, в такой рыхлой ткани, не имеют такой возможности. И поэтому они больше всего у нас видны, прежде всего, на ножках визуально. И им действительно тяжелее. Но так как они у нас все переплетаются в единую систему с помощью упражнений, которые я вам буду советовать, и наружного применения бальзамов, питания определенного, настоек, мы с вами сможем в этом году помочь своим ножкам, может быть, облегчить свое состояние. Хотелось бы, конечно, профилактически обратить ваше внимание. Поэтому, дорогие мои зрители канала «Марина Цветы», я технически не имею возможности очень много вопросов и тем рассказывать вам именно на этом канале. И о психологии детей, и о здоровье, и о питании. Поэтому мы разделились на три канала. Это канал «Домашний очаг с Мариной». Он очень интересный, дорогие мои садоводы и огородники. На этом канале я каждый день выхожу в эфир, кроме субботы и воскресенья, и даю видеозадания по уборке в доме. Для женщин это очень удобно. Я помогаю вам самоорганизоваться. Вы можете интерпретировать мои видеозадания точно так же для работы в саду. И вот каждый день, составив себе такой флай-задание, план, вы по своему огороду, по своей осадьбе будете как часики двигаться, не забывая при этом держать в порядке и свой дом, и мой канал «Домашний очаг с Мариной» очень вам поможет в самоорганизации прежде всего. А третий канал, который называется «Viva Woman», конечно, это канал о молодости, о красоте. Его ведет молодая девушка, и он направлен об органическом, натуральном уходе за собой. Дорогие мои друзья, даже наши дети задумываются уже о том, как вести не только правильный образ жизни, а здоровый. То есть я, мама, настолько спокойна и горда за свою дочь, которая действительно не только заботится обо мне и о себе, но еще столько вам интересной, полезной информации преподносит, начиная вот от волос и заканчивая буквально всем телом. И на канале «Домашний очаг с Мариной» я тоже по своему возрасту, так называемая женщина со знаком плюс, предложила вам очень много интересных рецептов органических, натуральных, именно для нашей возрастной кожи. Я поговорила об уходе за мошками, если у вас трещины, рассказала вам рецептов. И очень много советов вам предложила. Но сегодня я приглашаю вас перейти на мой второй канал и послушать видеобеседы о варикозе. Мне кажется, для вас это не только интересно, но и очень важно. Поэтому, дорогие мои друзья, спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте класс, если вам тема народной медицины и здорового образа жизни интересна. Подписывайтесь на все наши каналы, и мы не потеряем друг друга.